В те далекие времена отважный варвар Конан стал наставником трех юных воинов, которые однажды появились в Хайборе. Каждый из них был обладателем звездного камня, который наделял их особым даром. Навах мог общаться с животными. Брайан вызывала зрительные галлюцинации. Дрэгон превращался в непобедимого рыцаря. Многосерийный мультипликационный фильм «Конан и юные воины». Ночь змея. Авторы сценария Лидия Морано и Брайан Стивенс. Она очаровательна. Ты хорошо себя чувствуешь, Дрэгон? Кто это? Девушка такая же, как и я. Она не такая, как ты. Она прекраснее всех, кого я когда-либо видел. Большое спасибо. Я должен познакомиться с ней. Здравствуй. Подожди, вернись. Я не желаю тебе зла. Этот цвет тебе не идет, Дрэгон. Очень смешно. Куда она ушла? Что это на него нашло? Девушка. Лучше нам отправиться за ним, пока он не попал в беду. Эпиметриус. Как я понимаю, ты здесь не для того, чтобы купить зеркало. Сегодня сбудется древнее пророчество, и города Тейлия и Джараху станут одним целым. Какое это имеет отношение к нам? Слова пророчества утратили свое истинное значение. Вы должны поспешить во дворец Тейлии, чтобы помочь правильно понять их. И как нам это сделать? Мы ведь не знаем этих слов. Берегитесь того, что лежит за вратами Слея. Дрэгон! Я должен увидеть ее снова. Прости меня, я просто должен был увидеть тебя. Убирайся отсюда! Вот ты и попалась, девчонка. Если вы двинетесь дальше, то пожалеете. Что ты делаешь? Защищаю тебя, о, прекрасная. Я сама о себе позабочусь. Отойди, это не твое дело. Оставить эту красавицу таким, как вы, никогда! Никогда! Я отучу вас угрожать невинным девушкам. Ты совершаешь ошибку! Это вы совершили ошибку. Так почему вы нападаете на эту девушку? Ты болван! Тимон, Рен, вы в порядке? Но эти бандиты гнались за тобой с мечами. Эти бандиты мои братья. Откуда мне было знать это? Ты не пытался узнать? А теперь отойди, мне некогда. Ты, мальчишка. Отличная работа, брат. Кара, ты возвращаешься с нами домой? Вам не остановить меня, я сделаю то, что должна сделать. А я не позволю им остановить тебя. Не вмешивайся! Дрэгон, это не твое дело. Пойдем, у нас своя задача. А вы отведите ее домой и постарайтесь на этот раз не потерять. Не понимаю, почему Дрэгон так расстроен? Он не расстроен, он влюблен. По-моему, за нами кто-то идет. Покажись, или я... Снова ты? Это она! У тебя есть имя, беглянка? Я Кара из Тейлии.
Как ты сбежала от своих братьев? Я знаю эти тропинки гораздо лучше, чем они. И буду в Джараха раньше их. Позволь сопровождать тебя в Джараху. Мы проводим ее, но только домой. Тейлию. Если вы так настаиваете. Горы покрыты зеленью, а здесь все выгорело от засухи. Мы приближаемся к Тейлии. Город уже много лет страдает от засухи. Эта засуха связана как-нибудь с пророчеством о том, что Тейли и Джараху соединятся сегодня ночью? Я не знаю. Я никогда не слышала о таком пророчестве. Странно. А я-то думал... О, Кром, снова землетрясение. Эти толчки происходят постоянно. Не о чем волноваться. Нет, есть о чем. Смотрите! Берегись! Я прикрою тебя, Кара. Кара, подожди, я пойду с тобой. Нет, я должна идти одна. Спасибо, что ты спас мне жизнь. Дрэгон, эта расщелина не так уж широка. Прыгай! Я иду с тобой, Кара. Готов поклясться, что ее желание добраться из Тейли в Джараху связано с пророчеством. Ступай, Дрэгон. Только не теряй головы. Отлично, встретимся позже. Нам нужно спешить, чтобы к ночи добраться в Тейлию. Что ты здесь делаешь? Я позабочусь, чтобы ты благополучно добралась до места. Ты ничего не понимаешь. Я понимаю одно, ты самая прекрасная девушка, какую я встречал. И я сделаю все, что могу, чтобы помочь тебе. Я должна идти. И я должна сделать это. Но ты не можешь участвовать в этом. Все равно я помогу тебе. Тогда поспешим. Я беспокоюсь за Дрэгона. Почему? Потому что он так странно поступает. Боюсь, в него вселился какой-то лесной дух. Это называется любовь, Навах. Я не буду влюбляться. Навах, когда ты повзрослеешь, и ты можешь попасться этому лесному духу. Тогда я буду сражаться с ним за победы. Не захочешь, Навах. Поверь мне. Кажется, мы на месте. Замок Тейлии. Я требую аудиенции вашего короля. Неслыханная дерзость. Король Хауэйт не принимает варваров. Дело касается пророчества. Вы знаете о пророчестве? Вода. Здесь Тейлия на дороже золота. Тогда это щедрый дар, ваше величество. А где тот молодой воин, что доставил нам столько хлопот на рынке? Он с Карой. Ты знаешь свою дочь? Кара принцесса? Дрэгон сопровождает ее в Джараху. Она просто одержима этим пророчеством. Ваше Величество, по-моему, стоит рассказать нам, в чем заключается это пророчество. Да. В стародавние времена было предсказано, что в королевской семье Тейли родится девочка с родимым пятном в форме кольца. В первое полнолуние своего 16-летия она станет женой короля Джараху, и два города станут одним. Но прошли годы, и случилось ужасно. Сетонус, колдун-змей, потомок самого Сета, захватил Джараху и правит там. У вашей дочери такое родимое пятно? Да, цимерянин. Значит, Кара станет женой потомка Сета? Как вы могли отпустить ее? А как он мог удержать ее? Поверьте, я пытался, но она знает, что народ Тейли страдает от засухи.
Она надеется, что после выполнения пророчества и соединения нашего королевства с Джарахо, проклятие будет снято с нашей земли. Но Эпиметриус сказал, что пророчество поняли неправильно. Наверняка мы сможем что-то сделать. Сможем, но не здесь. Ваше Величество, нам нужны лошади. И укажите нам кратчайший путь к Джарахо. Кара, я должен знать, что такое ты должна сделать. Нам нельзя останавливаться. Я должна быть в Джарахо до восхода луны. Может быть, тебе следует знать, Дрэгон, почему я направляюсь туда. Чтобы стать... Нет, не уходи. А я думал, что ты дождаться не можешь, когда избавишься от меня. Дрэгон! Кара! Дрэгон, где ты? Держись, Кара. Отпустите ее. Кара. Прочь от нее, змей. Я сказал, прочь от нее. Что это за твари? Я не знаю. Пошли. Может, в твоей судьбе есть ответ? Дрэгон, я не могу так поступить с тобой. Ты должен уйти. Но почему? Потому что мне суждено выйти замуж за другого. За другого. Что? Нет, я не позволю. Это родимое пятно – знак моей судьбы. Сегодня с восходом луны я стану женой короля Джарахо. И два наших города станут одним. Послушай, пророчество понято неправильно, поэтому нас и послали сюда. Если два королевства соединятся, возможно, проклятие будет снято с моей родины. Прощай. Прощай, Дрэгон. Надеюсь, мы навсегда останемся друзьями. Я не могу позволить ей сделать это. Клянусь Кромом, старый король Хауэт был прав. Этот акведук действительно кратчайший путь в Джарахо. Но поспешим, восход луны близок! Кара! Отпустите меня! Врата змея. Эпиметриус говорил, что мы должны остерегаться того, что лежит за ними. Пошли. Осторожно. Эти ступени ведут ко дворцу. А толчки здесь сильнее. Может, они идут из дворца? Снова этот звук. Вверх по лестнице. Постарайтесь найти Дрэгона и Кару. Конан! Я сказал, идите!
Я расправлюсь с тобой, мерзкий змей! Ваше Величество, я протестую против такого обращения. Молчать, девчонка. Нет, не может быть. Луна восходит. Так пусть сбудется пророчество. Теперь ты моя. Я этого не допущу. Наглый щенок, я Ситонус, я раздавлю тебя. Уберите этого мальчишку. А теперь моя невеста начнем. Ты нашел своего повелителя. А теперь змей вперед! Во имя Митры, что это? Клянусь Кромом, шлюзы! А это похоже на замочную скважину. Голову разобьешь. Дрэгон! Тики, взять эту кобру! Где Кара? Она выходит замуж. Да, не везет тебе в любви, братец. Великий Сет, пусть осуществится пророчество. Что такое? Наконец-то ключ от лабиринта мой. А с ними абсолютная власть на Дейли, когда два города станут одним. Ситонус, ты не женишься на этой девушке, пока я жив. Клянусь клыками самого Сета, я получу и ключ, и девчонку. Вы видите свой самый страшный кошмар. Эй, ты, змей, отдай мне ключ. Никогда не получить ключ от лабиринта. Он уходит. Нет, Дрэгон, пусть уходит. Что? Я разгадал подлинный смысл пророчества. Если я прав, то эти стены скоро рухнут. Наконец-то ключ, который сделает Делию моей. Что происходит? Опять?
Опять этот гигантский змей. Нет, это сбывается пророчество. Он уходит! Король змей без королевства. Если у него хватит ума, он останется там, в горах. Засуха в моем королевстве кончилась. Вот как нужно было понимать пророчество. Два города станут одним, не означало, что они соединятся. Это значило, что останется только один из них. Да, пророчество предвидело зло Сатонуса и дало тейлианцам средство победить его. Дрэгон, теперь я должна проститься с тобой. Проститься? Увижу ли я тебя когда-нибудь? Мне суждено править моим народом, и этого мне не избежать. И у меня есть судьба, которой мне не избежать. Но, может... Когда-нибудь. Может быть. Этот лесной дух вселился в них обоих. Да, Навах, так бывает.